В рамках Всероссийского фестиваля «Люди как люди» в Снежногорске состоялись состязания для детей с ограничениями. В центре внимания ребята со своим особым миром. Что нужно знать об аутистах, расскажем в следующем сюжете. Что такое аутизм? Особое альтернативное состояние или все же болезнь? Врачи и специалисты в области психологии и генетики спорят давно, проводя сравнительные анализы, выдвигая и опровергая собственные гипотезы. Аутисты же просто продолжают существовать, чаще стараясь не взаимодействовать с окружающим миром, в то время как общество хочет и может их принять такими, какие они есть. Об этом поговорили участники ежегодного фестиваля «Люди как люди». Он проходит с 2017 года, а статус получил всероссийский. Уже все подключились, все города. На площадке этих городов организовывались мероприятия и спортивного характера, и различные тематики. И развлекательные были, и консультации, и тренинги, и мастер-классы. Присоединились к событию и снежногорские специалисты Центра соцобслуживания, а также участники общества инвалидов. Для детей с ограничениями здоровья это по-настоящему праздник. Здесь нет конкурентов и соперников, только друзья и близкие люди. Они могут показать себя то, что дома они не смогут показать, а здесь они стараются друг перед другом. И поэтому я бы хотела, чтобы как можно больше было таких праздников разных, не обязательно только, как говорится, спортивных. Но почаще бы проводили для детей, чтобы дети могли выходить в такой социум. Есть и конструктивные предложения. Общество не раз становилось победителем региональных состязаний. В подарок получало спортивные и настольные игры. Теперь люди с ограничениями здоровья могут проводить соревнования прямо у себя в учреждении. А их участниками приглашают стать не только ближайших соседей из Полярного и Гаджиева, но и особенных спортсменов со всего региона.